Дари, дари, детям, дети, смотрите. Вот, дядя Сережа еще вам принес подарки еще. Так. Вы строите ракеты? Да? А у вас уже даже айфоны есть? Нет, помогите, сам? Да? Как тебя зовут, Артем? Артем Архипов? Ты тоже космонавтом собрался, да? Смотри. На какую планету полетишь? На разные полетишь? Ну ты знаешь, какие у нас рядом с Солнцем планеты есть? Самая близкая — это Меркурий, потом Венера, потом это Земля, мы на нашей планете, да, называется? 4 Марс. Потом Марс, правильно. На Марс полетим? Пока, ну я вообще никто пока на Марс не летал, так что у тебя все шансы есть первым полететь, да? А знаете, я в детстве видел, а не видел. Да ладно, да. А мы с ней недавно встречались. Она тебе привет передавала. Она говорит, передавайте мальчику привет. Да. Да ладно. Это ты, наверное, приснилось тебе. Нет? Точно? Может быть, он еще и среди нас, мы не знаем его. Хорошо. Да. Пошли, пошли. Ну все, вам успехов. Давай. Спасибо, ребята, надо сказать. Пока-пока. Спасибо, до свидания. Дочке 5, а мы здесь тоже сидим играем. Да? Это неправильно. Да, конечно. Шахматы, шахматы. Мы приветствуем гостей. Посмотрите на нас. Как фигуры получат? Как поставить шахматы? Мы красивые так. Отправим всего, что приглашается. Вот у нас такая замечательная пешечка. Алёна, приглашаем. Одевать. Куда ты меня хотела пригласить? Давайте сыграем. А ты уже умеешь играть? Нет. Пойдем, давай, пойдем играть. Наши ребята заняли второе место в конкурсе муниципальном. И есть ребята, да, которые занимаются с тобой вместе. Такие, как Андрей Борисук. Андрей, где ты есть? Андрюша Борисук. Повернись, пожалуйста. А ты уже давно занимаешься? А где ты? Ну, дома с тобой кто играет? Папа, мама? Все играют. Один. Это шахматная у вас семья, да, такая? Молодец, занимайся. Вы меня... Слушайте, вы так быстро играете, у вас блиц, да? На скорость? Да? Молодцы. Так, подарки. Слушайте, а можно мы вам подарки оставим? Мы вам тут еще подарки принесли. Тогда вместе, раз вместе. Не бегаем, да?